привет. Всем привет. Мы едем в деревню. Пьем. Ты любишь деревню? Да. Как ты любишь деревню? Как меня? Да. Сильно-сильно? Да. Да, дети в деревне. Посмотрите. Посмотрите, где мы будем в деревне. Посмотрите. Они сказали да. Да, они сказали да. Магазин, купили немного продуктов, и Максим встретил подружку. Не может быть, чтобы перчатки никто не оставит. Ну, может, перчатка будет. О, чтоб чистили, и опять уехал на Украину. Вторые покупать, тоже сейчас уже носит. А то как-то поздно приехал. И думаю, не буду не брать. Знаете, в то время обчистили машину. И как открыли? Все не открывает машину. Мы же знали. Ну, все, хватит, давай. Все, поехали. Что, мы приехали в деревню, да? Да. Пошли смотреть. Что тут, Максим? Что? Это нитка висит. А-а-а. Ты Максиму помог ворота закрыть? Да. Молодец. Ну, пошли смотреть. Максим, это что? Это твой домик. Я туда тебя буду садить. И ты там будешь жить, если не будешь слушаться. Что это такое? Машина. Машина? Да. Еще только недоделанная, да? Да, и вот тут... Ты тут будешь рулить? Вот, есть. Да. Где? Это дерево мы покрасили. Можешь дотронуться. Ты там ездил в прицепе? Да. Здрасте. Здравствуй. Ну как дела? Как тебя зовут? Как тебя зовут, скажи? Лена. А не чую. У нас есть бабушка. Идем с тобой. Где твоя машина? Это твоя тачка, а машина где? Давай. И машину забирай, конечно. Давай, я буду держать машину, а ты вывози тачку. Получится у тебя? Открываем сезон песочницы нашей. Мне надо ведерко. Ведерко тебе дать? Да. Ну давай, на, пожалуйста. Знаешь такое слово «пожалуйста»? Да. А, спасибо. Спасибо. Так, убираем эту лавочку, делаем другую. Наш маленький помощник. Сильнее нажимай на кнопочку, будет быстрее крутиться. Хоть какая-то помощь. Вот эти откручиваю сейчас. Молодец, Сеня. Че? Все, спасибо. Каким будем цветом красить машину? Синим и белым. А красным? Может, фары покрасим красным? Да. Тебе больше нравятся такие, да? Естественные насыпи, да? А чем я тебя мешаю? Надо. Уйди, пожалуйста, Елена. Уйти? Да. Далеко? Да. Надолго? Да. Ну ладно, пока. Пока. Померяем? Да. Сколько там сантиметров? 7-1. Сколько? 1. 1 сантиметр всего лишь? Да. Точно? Да. Так мало? Так много. Мне кажется, там побольше надо. Тут. Не да. Все, я намеряю его. Померяй как-нибудь. Ты уже научился, ты уже мастер. Ты уже мастер? Да. Молодец.
И с той стороны надо? Там крючок есть. Максим делает такой шпингалетик. Подержи. Помогай Максиму. Классно получается, Сень? Да, и я. Иди с этой стороны. Так, сейчас Сеня будет работать. Оп, открыл. О. Так, делаем крючок с другой стороны. Взяли то, что у нас есть. Сакон. Не покупали новые. Они потом покрасятся и будут как новые. Нет смысла тратить зря деньги. У нас и так все идет на реконструкцию. Нет, там не надо дырку. Дал шуруповерт, валит уже везде трещи. Посмотри. Где? На меня. Еще надо. Здесь надо. Вот тут? Во, не, вот в этой вот дырочке делаем. Фу, мне уже легче работать. Здесь помощник. Я просто отдыхаю и показываю, где надо работать. Давай, давай. Нормально идет? Да. Давай. Ну все, давай посмотрим. Вот. Скажи, Сеня, принимай работу. Ты как дядя Максим. Ты как дядя Максим высовываешь. Я сижу сидеть и сейчас батарея сядет, потому что я там эту отверточкой посла. Отвертка, любишь работать? Нет. Нет? Ну придется. Придется. Дай еще дырку сделать. И я хочу. Давай. Давай, давай. Это машина старая, ты молодой. Ты же себе машину делаешь, правильно? Да. Вот ты и работай. У нас деревенский обед. Сеня, вкусно? Да. Кто суп готовил? На бороде у тебя. Борода выросла. Ты кто, Дед Мороз? Да. Как он говорит? Бабушка приготовила пирожки, рыбку, супчик дал. И потом, что, мы пойдем спать? Да. Ты уже поспал? Или еще поспишь? Потягушечки. Не холодно, мормышечка? Не холодно? Просто на щёчки мой. Ну что, писим? Кто будет писить? Я. А Сеня будет писить? Ну что, встаем за работу? Да. А Максим за работу будет? Максим не хочет работать, Сеня. Что будем делать? Спадки? Встаем? Или еще спать? Фу, кто напукал? Не ты? Ох, и врун. Ой, будь здоров. Ну, давайте, вставайте. Ай. Мальчишки. Ну, больно. Тебе больно? Не ври. Врунишка. Ты секунды. Ну что, встаем? Да. Давай, иди ко мне. Ты иди ко мне. Я иди к тебе. Встали и снова за работу. Главный помощник. Помощник уже помог Максиму, да, Сеня? Да. И пришел помогать мне. Что мы делаем? Мы им пойдем. Для чего? Кто-то будет грязный, и ты будешь опять мыть? Да. Ты любишь мыть полы? Да. А пылесосить? Нет. Пылесосить не любишь? Нет. А чего? Хочу. Не хочешь? Нет. Зена, надо красивенько. Зена, вот так я мою. Надо, как ты моешь? Да. А тебе деньги за это платить надо? Да. А сколько, много? Да. А мы же с тобой заранее не договорились.
Что теперь делать? А если мне не хватит? Может, игрушками договоримся? Я тебе игрушку куплю, а ты мне полы помоешь, хорошо? Да, вот так и надо. Ну, молодец. Тут бегать не надо в комнате. Не надо в комнате бегать? Да. Ох, помощник. Тебя Максим научил гвозди забивать? Да. Тебе помочь? А тем временем Максим продолжает делать машину. Вот сделал руль. Что тебе Максим не дает? Шуруповерт не дает? Знаешь, чего он тебе не дает? Сказать? Потому что там садится батарейка быстро, и он не доделает машину тебе. Я хочу чуть-чуть. А что важнее, сделать машину или твое дело? Что важнее? Мое дело, но... Не хочет? Нет. Может, потому что у тебя не гвоздь? Давай пойдем поищем гвоздей. Давай. Давай. Я уже не могу найти себе работу, они все забирают. Ну вот, Максим переделал кресло. Сидит в сиденье, то есть. Сеня, покажи, как ты заходишь в машину. Покажешь? Да. Давай, покажи. Нет, ты покажи, как ты заходишь. Заходишь, садишься. Сел. Сейчас Максим еще сделает тебе руль, да? У нас небольшой перекус. Сеня хлебная душа. И вот Максим сделал такой как бы капот со старого ящика. И там можно будет хранить игрушки. Максим забивает бандуру под руль. Ну и десятки, и ниже. Чуть-чуть ниже. Крутится? Фейл. Что, сломалась дверь? А написано левые петли. А, слева надо говорить. Ох, и Максим, Максим. Сломал, дружочек, да? Скажи, ты это так сделал, Максим, да? Это ж сломать первый же день. О, авто. Держи, ты сломал, ты держи. Кто сломал дверь? Это был твой дядя сломал. Другой дядя сломал? Да. Ох, этот дядя. Пока Максим делает двери, Сеня пробует крутить руль. Ну-ка попробуй, Сеня, покрутить руль. Крутится хорошо? Да. Удобно? Да. Это Пежо. По кругу не, это Пежо? По кругу не крутится. Раскрутится. А сигнал? Ну, надо туда, сюда, туда, сюда. Стоп, это мою. Бип-бип, бип-бип. Иди еще, я курю еще. Бип-бип. Иди. Работнички мои. Вот так надо. Надо так? Так. А покажи, как ты носишь их. О, молодец, я настоящий. Я вот так и носил. Носишь ты так, да? И да, и трубу надо. Трубу надо, чтобы дым выходил? Да. Да. Крути руль. Приделаем крышу. А Сеня, ты что делаешь? Твоя любимая тачка? Как ты ее любишь, покажи. Вот как ты ее любишь. Надо аккуратно, сейчас опять по ноге ударишь. Вот что у нас получилось. Еще надо вот докрыть. Вот здесь вот немножко выше поднять, закрыть спереди. Максим хочет еще вот тут вот. Сверху немножко закрыть. Тут боковушки. Потом еще со временем тут поставятся столбы. И еще крыша продлится вот над песочницей. А
А ты сложил игрушки туда, Сень? Потому что ночью украду. Смотри, с песочницы. Доставай игрушки, складывай в ящик. С песочницы. Тут будет место для игрушек. Ну что, ты рад сегодня машине? Да. Ходи. Заходить? Да. Спасибо. Ты меня саму оставляешь? Не, и я буду ехать. Ты тоже будешь ехать? Ты как джентльмен открываешь мне двери? Да. Давай, поехали уже. А куда? Мы поедем в Париж. Это далеко. А я хочу в Париж. Едь до бабушки за пирожками. Поехали тогда куда-нибудь. Куда ты хочешь поедем? Мы хотим. Мы хотим в деревню. Так мы в деревне. Мы не деревня. А мы где? Мы едем в деревню. Ну давай, поехали в деревню. Давай, едь. Что, мы в аварию попали, что ли? Да. Сейчас нас милиция заберет. Почти закончили каркасик, крышу, руль. Здесь еще в дальнейшем хочу сделать. Это пошла. Да, панельку там, всякие тумблера поставили, чтобы он щелкал. Вот так, смотрите, в дальнейшем. Здесь что-нибудь закроем, еще покрасим. И будет. Во! Показываю. Во! Поехали, а прям с ремни пресекутся. Никуда. Пока, поехали. Никуда. Поехали, вперед смотри. Говори, пока. Махайте мне пока. Махай. Нас рабочий наш помощник нас домой. Только так выманили его с деревни. Ехать вообще не хотел. Очень нравилось. Посмотри на Женю. Сеня, на Женю посмотри. Вася. Скажи пока.